Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», это жеребьевка нового турнира FIFA 19. Мы в прошлом году делали турнир, только делали Кубок России. Теперь у всех участников будет равные шансы, потому что будет 6 топовых команд. Мы решили взять победителей 5 топ-лиг европейских и обладателя Лиги чемпионов Ливерпуль. Сейчас вы видите все команды на ваших экранах и видите участников. Всего у нас их будет 6, будет 2 группы. В каждую группу попадает по 3 участников. Каждый эти участники распределены в 3 корзины, благодаря тем результатам, которые они показали на прошлом турнире. Итак, сегодня на моей жеребьевке присутствует Максим. Иди сюда. Максим, он участвует во всех жеребьевках. Первая жеребьевка была вообще товарищеского турнира, только там основатели были, каналы и все такое. Ну вот в том году мы с Максимом дошли до полуфинала и проиграли Вове. Сейчас он будет, я ухожу, короче, уже все я рассказал. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вова. Хай, с вами Максим. Итак, сегодня, вот так вот будет небольшой голос за кадром, Максим будет решать, кто в какую группу попадает. Сейчас вы видите на своих экранах всех участников и в какие они корзины были направлены. Итак, в первой корзине у нас находятся Вова и Ярослав, так как они финалисты, поэтому мы решили, чтобы они не играли в одной группе и смогли встретиться, наверное, вот только в финале, либо в полуфинале уже из группы. Ну а у Вовы будут клубы, вы их тоже видите на своих экранах. Ну что ж, Максим начинает. Итак, давай первого участника. Я там, блядь, специально так все это крутил, как? Конечно. Владимир. Владимир будет в группе А. Так, себя нужно достать хорошую команду. Да. А там все мы хорошие посмотрели. Так, чтобы не видеть. Опустю. Ты из камеры ушел. Опустю. ПСЖ, а Вова играл сейчас за ПСЖ, как раз. Мне кажется, это нормально. Не, явно все куплено. Ну, чемпион Франции, типа. Все куплено. Да. Только, бля, ни разу не может выиграть Лигу чемпионов, вот это проблема. У них собирается состав. Давай туда клади. Прям на Вову клади, чтобы мы запомнили. Ты вот это вырезай потом. Да. Ну, это понятно, это просто сейчас мы для... Нет, тут сложно. Да, давай. Просто, чтобы для того, что у нас все честно, это будет Ярослав. Вот, он попадает в группу Б. И теперь вот Вова... И теперь его команда. Да, к нему сейчас Барса достанется, который за Реал болеет. Блин! Я думаю, Ярик будет рад. Я думаю, уже ясно, кто выиграет турнир. Мы Месси уберем. Так, у Ярика Барселона. Итак, в этой теперь уже во второй корзине. Итак, первая бумажка. Я хочу вот в группу А, честно. Максим попадает в группу к Вове. Блядь. Мне тебя жалко, Макс. Мне тебя жалко. Мне себя жалко. Так, и теперь ему достается... Ювентус, да? Ман-Сити. Манчестер Сити, да. Мы говорили с Максимом, что ему может достаться английская какая-нибудь команда. Так, Макс. Манчестер Сити. Ну, а так, блядь, а что там осталось-то? Ювентус, Бавария, блядь. Ну, только Ювентус, какая-то... Бавария или так, Ливерпуль? Так, нормально. Ну, только не Бавария, я не хочу. Итак, второй участник из второй корзины, это последний. Так, вот она, бумажка, которую... Максим, возьми. Так, только не Бавария. Та-та-та-та-та-та. Ливерпуль, ну это, блин, обладатель Лиги Чемпионов. Ну, неплохо, неплохо. Да. Ну, в этот раз он не получит, конечно, Лигу Чемпионов. Но... Hello, darkness, my old friend. Итак, теперь мы уже сейчас решаем, кто из последних участников. Я бы хотел... Святый Ювентус будет тут, 100%. Ему Баварию надо. Да, если да, он любит немецкий любит, футбол, да. Это будет отлично. Максиму надо, чтобы Свят к нему в группу попал, потому что он с Матвеем... Свят! Так что нормально. Ну, хотя бы одного Мишина я могу обыграть на турнире. Ну, это не точно. Думаешь, я Матвея не обыграю? И? Так. Ювентус. Святу достается святый. Ювентус Криштиану Роналду. Это так, последний уже участник, это Матвей, который попадает в группу Б, и ему попадает Бавария Мюнхен. Итак, сейчас вы видите на своих экранах, как будут распределены матчи. Я сделал так, чтобы все-таки игроки из третьей корзины не сразу попадали на игроков из первой и сыграли первый матч со вторыми из корзины, и чтобы так они подготавливались к первому. Итак, каждый участник из группы будет пропускать по одному матчу в туре, но сыграют все свои матчи, так как участников в группе 3, а будет играть сразу, ну, двое в группе. Так что все логично. Ну, на экранах вы увидите, кто с кем играет, и видите уже заключительные турнирные таблицы. Итак, по плей-оффу
игрок, который занимает в группе А первое место, выходит на игрока, который занимает второе место в группе Б. Ну и также, кто занимает первое место в группе Б, попадает на игрока, который занимает второе место в группе А. Все. Также насчет регламента будет в группе по два матча в дома и в гостях, и также насчет полуфинала. Финал будет сыгран одиночный матч. Все. Не все еще. У нас еще будет прогноз на Лигу Чемпионов. Давайте. Да, короче, букмекерская контора 1xbet. 1xbet! Букмекерская компания. Нахуй ты мне это? Стой. Давай. Ты же обрежешь это лично. Да, да. Итак, теперь давайте вот тех, кто у нас здесь. Это Максим, он типа там основатель канала. Ну, его, это финалист, поэтому его и позвали, хотя он сам напросился. Да. Итак, давай от Максима. Давай насчет группы А поговорим. Там у нас Вова, ты и Святослав. Давай. Я считаю, что Вова займет первое место. Я займу второе, Свят третье. Ну, то есть, как и по корзинам, ты так и... Да. Так. Ну, у меня, я здесь солидарен, в этой группе, в принципе, уже все понятно, но с первого места выйду. Но подожди, я сейчас сразу про букву Б. Свят может еще давай. Все перевернуть. Давай, Вова, про букву Б. Сейчас сразу начинаю. Про группу Б. Я выйду с первого места, и, скорее всего, вот я думаю, мне попадется Матвей. Со второго места. Ах ты, пидорас! Ай-яй-яй, вот ты запикай это. Запикай это. Со второго места выйдет Матвейка, с первого места выйдет Свят. Ярослав. И с третьего места Андрея все-таки будет. Я в Лигу Европы выйду. Нет, ты будешь со Святом, короче. Да, стыковые, чтобы... Гранд-файл. Да, Лигу Европы кто выиграет. Вот, и мне кажется, все-таки в полуфинале встретится... Ты против Матвея? Я против Матвея и Максим против Ярослава. Снова, кстати, в Ярослав выйдет в финал, я выйду в финал. Ну и, наконец-то, в этот раз я его... Так, ну сказки мы послушали, теперь Максим, твой прогноз на группу Б там дальше. Я считаю, что Андрей займет первое место. Нет, это я ему готов. Да, и выходит на меня. Я готов слить, короче, Ярику первое это типа место. А, ну в принципе тогда возможно. Я Вову выебу в полуфинале тогда, а в финале можно уже Ярику там проиграть, а по главное второе место. Короче так, Ярик занимает первое, Андрей занимает второе, Матвей третье. Короче, Андрей громит просто Вову, выходит в финал. Я, короче, громлю там кого? Ярик. Блядь. И, короче, мы выходим в финал, и все. И заканчивается счет 0-0. На время по пенальти мы так и 60-й удар там все. Да, и все. Сейчас мы точно услышали сказки, да, это был правдивый прогноз. Давай, короче, если мы с тобой выйдем в финал, будет пенальти, мы с тобой кто последний, типа, забьет 5000 рублей получит. А скидывается Вова. Да. Кто проигрывает. Всем пока. Не, подожди, еще раз. Так, на этой жеребьевке присутствовали финалист прошлогоднего Кубка России и полуфиналист, который вылетел от обладателя уже Кубка России, Максим. Да, у меня престижнее, чем у него место. Мы могли за третье место играть. Замолкай, всем пока.